Дагестанские спортсмены готовятся к чемпионату по плаванию. Он пройдет уже в начале ноября. В заключительные недели перед главными соревнованиями в Махачкале проходят самые усиленные тренировки. Как наставники мотивируют атлетов на победу, узнавала Лариана Шамхалаева. Каждый получает задание, начинает по заданию работать. Шагбан, два комплекса. Теперь три комплекса. Всего несколько недель до чемпионата Дагестана. Известно, что блестящее выступление пловцов зависит от профессионализма тренера. Баттерфляй, брас, кроль. Как осваивать новую технику, закаляя боевой дух и стремясь к победе, учит подопечных Расул Избагиев. Он тренирует детей более 5 лет и отмечает, секрет успеха – это дисциплина. Слово учителя для ученика – это закон. Он сказал, ты идешь и плаваешь. Несколько раз в неделю у нас бывает между ребятами заплывы. Лишь имея соперника, спортсмен становится сильнее, выносливее. По словам 6-кратного чемпиона Дагестана по плаванию среди юниоров Нажмудина Шарапутдинова, победа пловца зависит от четкого чередования нагрузок и отдыха. Сейчас особо много плавать не надо, лучше над техникой больше работать, чтобы технику улучшить. Если проиграл, ничего страшного, в следующий раз выиграешь. Предсоревновательный период организм любого спортсмена требует витаминов. Здоровая диета насыщена фруктами и овощами. Еще пловец дополнительно может принимать, например, тиамин и пить достаточное количество жидкости. Для спортсмена важна вода не только, которую он пьет, но и та, в которой тренируется. Пловцы уделяют огромное внимание температуре в бассейне. Она должна быть не более 27 градусов, так как горячая вода слишком расслабляет мышцы. Участие в соревнованиях, конечно, прежде всего испытание физической выносливости и навыков. Но важно настроиться и психологически. Перед заплывом атлеты получают дополнительные советы от любимого тренера и проверяют экипировку. Если очки на мокрые, я плыву. И вот так, когда выхожу, вдох беру, быстро их вот так воду смываю и одеваю быстро, чтобы они уже были нормально. А лучше не теряться, не останавливаться, а дальше плыть все равно, даже если ничего не видишь. Чемпионат Дагестана по плаванию пройдет в столице в начале ноября. Победа на республиканских соревнованиях – это билет для спортсменов на состязания федерального масштаба. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала».